Друзья, всем огромный привет! Утро начинается, хорошее утро, с курьера. Пошла открывать. Приехала. Приехала, да. Приехала, давай. Голубка. Будем смотреть с тобой, что же там. Так. Так, остальные бумажки уже. Короче. Аккуратненько, у тебя глубоко нету. Хотя не так уж и много. Что такая коробка большая? 3, 3, 6, 7. Ну, смотри. Юра, это тебе на день 100 Валентина, это твоя куртка. Это моя куртка? Да, это тебе куртку я заказала на день 100 Валентина, на праздник. Так, это моя куртка, все. Да. Раз. Это два. Это что, носки? Ой. Нет, я не знаю, что. Я же не помню, что я заказывала, честно. Тоже все пакетики такие. Пакетики офигенные все. А, это футболка, да. Вот футболка. Ой, такая, какая шелковая. Классная. Приятная, да, вообще? Да. Так, это... Есть. Да, это я заказала. Это свитер. Мужики не понимают, зачем? Зачем столько вещей бабам? Зачем? Офигеть. Да, Юр, ты прости, но я с ними никуда от тебя не уеду. Все мы переносили сюда всю жизнь. Вот, как видите, приехала целая куча вещей. Конечно, вещи все, ну, не все хорошие, сразу скажу. Есть вообще супер-пупер качество, а есть типа что-то вот такого. Наконец-то приехала юбка кожаная. Я очень сильно хотела, кстати, не одна юбка ко мне кожаная приехала. Ту я продала, потому что маленькая была. Но я вам в отдельном видео все покажу, все вещи. Я сейчас хочу нанести маску. Вот светлицы. Мама вчера уже пробовала, я ей одну половинку отдала. Очень нравится то, что вот эти продукты от светлицы нужно хранить в холодильнике. Они такие прохладные. Сейчас попробуем. Хочу вам показать ее. Она такая какая-то вот черная, гелевая. И там жидкость. Кстати, маска не одноразовая. Можно ее положить, еще использовать. По-моему, 2-3 раза. Еще и шевелится, да, Юра говорит. Попробую сейчас нанесу. Так, докладываю, маска очень приятно пахнет, и она прохладная. Я такая смешная в ней. Она прохладная, очень приятная наносить, конечно. Ну, она холодненькая такая, но все равно кожа будет благодарна. И такой гель классный. Я его, кстати, на шею нанесла. Вот, его здесь очень много. Очень приятный запах. Юра меня, кстати, еще не видел. Юр, поворачивайся. Испугайся. Ну, посмотри, какая. Я необычная. О, нормально. В шахте, да. Кстати, мне нравится то, что она более-менее, ну, в принципе, нормальная по лицу. Вот. На наших людей сделана. У меня сейчас Юра будет учить делать майонез. Он вчера сделал первую порцию. Вот. Пересолил. Я не хотела об этом говорить, но... Пересолил. Сейчас мы сделаем без соли и смешаем то, что было пересоленное. Короче, будет очень вкусненько. Нам надо 200 грамм масла. А, там даже есть мерка, да? Мерочка. Ой, я даже не знаю, вообще еще не брала в руки. Короче, он первый протестил блендер, ой, миксер. Ну, ты понял. 200, ну, да. В общем, все, масла нет. Нет? Да, много уходит на майонез масла. Одно яйцо. Одно яйцо. Желточек, самое главное, чтобы сохранился. Да, он целый там. Все говорят, чтобы желточек, самое главное, сохранился. Самое главное, желточек. Так, как будто он присмешивал. Нет, так он на самом деле должен сохраниться. Пол лимона. Пол лимона.
ты умеешь. Соль не будем добавлять. Не будем вообще, да. Надо что... будет, потому что добавить будет, кстати. Блин. Юра, Юра, боже, боже. В принципе, все, майонез готов. Майонез готов? Ну, бжик, бжик делай. Так, бжик, мама чачу подарила. Тут есть первая скорость, хватает. Есть вторая, ну хватает первой. Делаем... Поближе сюда. Ну, я ближе не могу. А, там проводок, ну ладно. Делаем вот так вот. Ну вот у нас тут получился. Мы сейчас вот это добавим, что вчера делал. Старый, он соленый. Подожди, помните, я говорила, что Юра везде перец добавляет? Мы же майонез перец добавили. Ну что, ну... Ну да. Старый, я не понимаю, наверное, из-за соли он такой прям совсем. Наверное, соль, да. Так. Ты вытащишь? Да. Я тебе, извини, никак не помогу. Я очень делаю важное дело. Да. Теперь перемешиваем все. Я только что накрасилась, сейчас пойду оденусь. Слава богу, есть что надеть. Буду снимать видео, скорее всего, буду снимать видео. Очень много тем есть, и не хочу как-то расслабляться. Вот, хочу снять этот пати-халат. Не могу, он мне уже так приелся. Хочу поменять себе халат. Нужно перед тем, как снять видео, сесть, посмотреть, где, почем, какие халаты. Только не знаю, какого цвета хочу. Или белый. Но белый у меня быстро, наверное, будет грязным, когда я крашусь в халате. Пудра, тоналка, всегда у меня все капает на халат. Может, красный, ярко-красный или черный. Я не знаю, нужно будет подумать. Вы гляньте, как мои волосы блестят. Я только что помыла новым шампунем волосы, и маска там была тоже. Очень понравился. Он такой увлажняющий. Пока что я... Ну, такого особого увлажнения не ощущаю, но волосы мои так сильно не пушатся. Я бы не сказала, что вот это вот они пушатся, нет. Как раз увлажняющий шампунь мне очень хорошо, что приехал, потому что я басмой крашусь, и волосы пересушенные. Кстати, вы простите, что вчера не было влога. Я, честно, я очень хотела что-то отснять, я даже начала снимать. Но ничего там интересного, там буквально пару кадров по 10 секунд. Я в основном сидела за компьютером, редактировала фотографии, то есть, ну, в принципе, показать-то нечего было. Мы с Юркой отдыхали, у меня была днюха, на следующий день мы просто валялись, тоже фильмы смотрели разные, сериал досмотрели свой. Ну, короче, вот так вот, и не было чего снимать, так что уж простите. Все, ребятки, я буду отключаться уже до завтра, завтра новый день. Буду снимать, я надеюсь. Не знаю, может, к маме поеду, посмотрим. Всем пока!